Всем привет! Хочу вам представить заслуженного артиста России, актера театра «Кривое зеркало» Карена Аванесяна. И молодого, но уже очень популярного не только в России певца Эдгара, с которым вместе мы приезжаем к вам на Кипр, в город Пафос. Выступления наши состоятся в концертном зале «Ля Фонте» 30 марта. А если вас будет очень много, то и 31-го. Будет очень много песен. И будет очень весело. Я так думаю. Закрываю я глаза.